Рекомендую подписаться на канал одного очень хорошего человека, который активно снимает ролики по CSGO, GTA 5 и Contract Wars. Стримы, прохождения и многое другое вас ждет на его канале. Ссылка в описании. Всем привет, ребят! Этот выпуск посвящен сборке ПК за 30 тысяч рублей. Мне неоднократно писали то, что Брикман, собери ПК за 30 тысяч, подскажи со сборкой и тому подобное. В общем, история такая. У меня есть хороший друг, который собрал себе сейчас пекарню за 30 тысяч рублей. Тесты этой пекарни будет чуть позже в этом ролике, я все объясню и покажу, сейчас я расскажу про комплектующие. И еще, это к слову, почему лучше собирать самому ПК, и это реально выгоднее, чем вы будете покупать готовый компьютер. Такой готовый компьютер будет стоить в магазине 1060 точно. Итак, пройдемся по комплектующему. Видеокарту мы использовали в исполнении от Asus, это GeForce GTX 950 стриксовая. Асусовская, и эта видеокарта реально способна на многое. Здесь 2 гигабайта памяти, шина 128 бит, но шина здесь у GeForce вообще малую роль играет, потому что сами по себе GeForce, они могут вывозить все что угодно, это у них архитектура совершенно другая, как AMD. Ну, думаю, про это я сниму отдельный ролик, разрушитель мифов. Те, кто думают, что вот у AMD шина больше, она все потянет. Нихуя подобного, тут архитектура совершенно другая. И 950-я способна тянуть на высоких настройках вообще без проблем GTA 5, без диких фризов, без всего. То есть, все супер-пупер. Вот, это по поводу видеокарты. Видеокарта у нас 950-я. По поводу памяти. Мы использовали Kingston HyperX Fury, 8 гигабайт, одну планку. Мы взяли одну планку, потому что в будущем, если человеку понадобится, то он поставит вторую планку. Материнка рассчитана на 2 плашки DDR4. Теперь по поводу процессора. Вытаскивать я сейчас процессор не буду, потому что он уже на термопасте стоит, уже кулер стоит. В общем, процессор мы использовали Intel Core i3 6100. Это топовый i3 процессор, который также способен реально на многое. Он способен вывозить топовые игрушки, он способен вывозить, в принципе, допустим, какой-то софт тяжелый или еще что-то. Мы сначала метались, взять, думали, i5 какой-нибудь простенький, но все-таки остановились на i3, но топовой версии. Итак, видеокарта еще раз 950, одна плашка DDR4 на 8 гигабайт, Core i3 6100. Кулер использовали самый простой, дипкуловский, он сейчас стоит там в районе 600 рублей, то есть ничего навороченного сюда не ставили, потому что мы старались уложиться в 30 тысяч рублей, и у нас это получилось. Материнскую плату мы использовали в исполнении от MSI, материнская плата поддерживает сокет LGA1151, соответственно для нашего он идеален. Материнская плата не навороченная, опять же обычная для DDR4 памяти. Тут ничего сверхъестественного нету, вполне обычная себе материнская плата, ну и она реально хорошая, качественная. Она у нас вышла в районе 3000 рублей, цену вы, соответственно, сейчас видите. Теперь блок питания. Блок питания мы хотели взять Corsair, но цены на Corsair реально кусаются, и чтобы уложиться в 30 тысяч, блок питания нам пришлось взять попроще. Блок питания мы взяли Aerocool на 500 ватт. Блок питания в принципе нормальный, и для такой сборки его, ну, не сказать, чтобы за глаза, но его хватит. Про корпус я говорить ничего не буду, корпус потому что выбирал мой друг, и поэтому он выбрал Dexp за 2000 рублей. Да, ты лох. Трешка? Бля, тем более лох. По поводу жесткого диска. Жесткий диск был взят от Western Digital на 1 терабайт Blue. Там 7200 оборотов в минуту, кэш 64 мегабайта, да, если не ошибаюсь? Да. 64 мегабайта кэш, ну, соответственно, ему для игр этого жесткого диска будет вот так вот, за глаза хватать. Сейчас, ребят, мы переместимся на стенд, я вам покажу, на что вот это говно способно. Ну, не совсем говно, ну, короче, на что вот эта пекарня способна, я вам все покажу. Тесты в GTA 5, CSGO и в Dota 2. Почему именно я выбрал такие игры, хотя, кстати, я в них не особо играю, потому что, наверное, это самые популярные игры. И многие любят их, не знаю почему, особенно Доту. И знаете, в чем самая загвоздка? Мой друг, который сейчас находится вот там, блядь, за камерой, этот друг отдал 1000 рублей, чек там лежит, короче, этот друг отдал 1000 рублей за сборку этого ПК. Я сейчас не придумываю, он купил все по комплектующим и отдал 1000 рублей в магазине, чтоб ему, сука, собрали вот этот ПК. Ребят,
Никогда не повторяйте этой ошибки, потому что ему собрали, во-первых, его через жопу, куча проводов. Мы сейчас немножко тут уже прибрались, но все равно тут куча проводов еще нужно убирать. Тут нужно нормально все делать. Собрали за 1000 рублей. Так вот это собирается реально минут за 15. Какие нахуй 1000 рублей? Ему просто лапши на уши навешали, то, что мы тебя соберем, все в лучшем виде, все будет, дружище, заебись. Не слушайте этих продавцов, если вам консультант насчет подобную хуйню нести, скажите ему, что он пидор конченый и хуесос. Правда, после этих слов вам консультант точно ничего продавать не будет, вам может вообще отпиздить. В общем, ребят, если вы покупаете комплектующие, то ничего сложного нету. Единственная проблема для новичков может быть это подключение материнской платы. Но опять же, туториалов в интернете просто пруд пруди. И да там больше интуитивно, реально подключение, там все написано. Ничего сложного в этом нету, и переплачивать за то, чтобы вам 15 минут покопался жирный бородатый какой-то хуй в вашей пекарне и через жопу что-нибудь сделал, 1000 рублей платить за 15 минут, ну не стоит оно того, серьезно. Лучше сами, и вы сделаете. Есть поговорка: хочешь делать хорошо, сделай это сам. Это про этот случай. В общем, ребят, еще раз. 950, DDR4 8 гигабайт, 500 ватт, Aerocool, самый простой дипкуловский кулер, i3-6100, и корпус от DEXP. Ну и 1 терабайт Western Digital. Все, то есть ничего сверхъестественного нету. Если вы будете собирать такой комп, у вас он выйдет в районе 30-31 тысячи рублей. Ну, примерно так. Цены вы, соответственно, все видели, средние цены на каждый из комплектующего. И есть разные сайты, где можно под заказ взять, и даже может меньше 30 тысяч выйти. Ну что, ребят, переместимся на стенд, и я сейчас покажу, на что эта малышка способна. Способна ли она вообще на что-то? Сейчас я все продемонстрирую. FPS, все дела. Еще раз, я дико прошу не ругаться то, что был FPS снят на камеру, потому что устройства видеозахвата у нас нету. А если мы будем видеозахват использовать на самом компе, то, соответственно, FPS будет ниже. И чтобы нам зафиксировать реальный FPS, нам придется снять это на камеру. Так что не судите строго. Ну что, пошли, пиздюк, все делать. Да, надо подключить теперь это говно. Сам подключай, разговняйся, что ты еще заплатил. Настройки в GTA 5 у нас были выставлены на уровне высокие и очень высокие. Средний FPS, который я показал нам GTA 5, это 60 кадров в секунду. И я считаю то, что это просто отличный показатель для компьютера такой ценовой категории. Следующая игра на тесте — это Counter-Strike Global Offensive. В этой игре мы выставили все настройки в районе высоких и получили в среднем FPS 150. Да, были некоторые проседания до 120 кадров в секунду, но эти проседы совсем были маленькие и кратковременные. Так что, в принципе, в среднем 150 кадров в секунду у нас в высоких настройках. И последняя игра на сегодня — это Dota 2. Я честно не знаю, зачем я включил эту игру в список, но друг сказал то, что это очень крутая игра и обязательно нужно протестировать. Короче, в среднем мы имеем 135 кадров в секунду. Есть небольшие проседания до 110 кадров в секунду, но опять же это ненадолго и моментально лечится. Если говорить о геймплее, то это никак не скажется на нем. Так что в принципе можно сказать, что практически стабильные 130 кадров в секунду на настройках, которые вы видите слева на экране. В общем, ребят, вот такая получилась сборка. Опять же повторюсь, эта сборка у нас вышла на 30 тысяч рублей. То есть, в принципе, если вы будете покупать все по комплектующим, точно все такое же, то вы уложитесь в 30 тысяч 500, где-то вот так вот. И еще раз, друзья, будьте внимательны к тому, что вам говорят консультанты. Если вам предлагают то, что, бля, ты не парься, мы тебе сами соберем этот кусок говна, все будет в лучшем виде, шлите этих пидоров всех нахуй, собирайте комп сами. Во-первых, 1000 рублей платить за что? За сборку? Серьезно? Тут собрать реально 15-20 минут это займет у вас. Но, как я уже и говорил, мой друг решил послушать этих горе-консультантов, заказать сборку, заплатить 1000 рублей. Непонятно за что, за то, что просто привинтили полочки к материнской плате. Ты конченый дебил. Так что вот так, ребят, в принципе, комп производительный на высоких настройках, топовые игры у вас будут идти, прям если топовые-топовые игры, то ну где-то средне-высокие настройки. И миф о том, что игровой ПК стоит от 100 тысяч рублей, надеюсь, развенчан. Все прекрасно понимают то, что за 30 тысяч можно собрать игровую машину, которая будет тянуть спокойно на средне-высоких настройках.
Все топовые игры, все последние новинки и игры, которые еще будут дальше выходить. Ребята, самое интересное еще в чем наебали консультанты, это в том, что пакетик вот этот с болтиками, он идет в комплекте с материнской платой. Материнская плата новая, и соответственно пакетик тоже должен быть новый, а не как из-под ржавых, сука, гвоздей, блять. Это, к слову, о том, что когда мой друг решил попросить, чтобы ему собрали ПК за 1000 рублей, то пакетики то ли подменили, то ли, я не знаю, уложили эти болты в какой-то старый, хер поймешь, в полуразорванный какой-то пакет. Ну, это пиздец, ребят. Собирайте сами. Если вы собираете себе компьютер, то, блядь, не нужно вам платить никому за это деньги, потому что вас тупо наебут. И да, по поводу еще сборки от профессионала, блядь. Сука, профессионал, за 1000 рублей собрали ему компьютер. Жесткий диск должен быть прикручен с каждой стороны на 2 болта, но почему-то жесткий диск был прикручен по 1 болту с каждой стороны. Да, жесткий диск не гуляет, но, блять, он отдал за сборку 1000 рублей. Будьте добры, докрутите вы нормально. Но это не все. Видеокарта также должна быть прикручена на 2 болта. Тут есть 2 разъема, 2... Как эта хуйня называется? Ну, короче, должно быть прикручено на 2 болта, был прикручен 1. Видеокарта, в принципе, не гуляла. Но, блядь, 1000 рублей. Докрутите вы болты, блядь, по-человечески. То есть вот эти косяки, они повсюду. Вот 1000 рублей за сборку, блядь, они даже элементарного не могут сделать, если даже задняя крышка в пазы нормально не была вставлена. То есть она немножко выпирала. Ну, блядь, ну я не знаю. Ну, ты ох, тебя наебали. Так что вот так, ребят, подписывайтесь на канал, скоро будут выпуски о сборке за 100 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, за 70 тысяч рублей, будут сборки на разные цены, буду собирать максимальные игровые компьютеры под разные задачи, и все будет супер. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лось, если вам понравился данный выпуск, я не спизжу, если я скажу, что мы убили реально весь день на съемке этого ролика, так что... Реально, ставьте лойс. Я заебал вас клянчить лойсы, но все-таки поставьте. Блять, мне будет приятно. Я думаю, что мы сможем лойсами накопить деньги на лечение моему другу, который заказал за 1000 рублей, сука, сборку компа. На этом все, ребят. С вами был Бригман. Подписывайтесь еще раз на канал, ставьте лайки, все дела. Вступайте в группу ВКонтакте, которая у нас есть. Где-то она вот тут сейчас у вас показывается. Там люди выкладывают разные сборки своих игровых компьютеров. Обязательно посмотрите, может, что-нибудь интереснее найдете. Всем удачи, ребят, и до новых встреч. Всем пока.